Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема видеоурока, лекции следующая. Малярия. Кто-то скажет, сейчас есть вакцина против малярии, но тем не менее, эта тема настолько актуальна, что люди даже не знают, что вообще-то малярия жила и живет около 30 миллионов лет назад. Были первые обнаружены гибель поселения. Народы вымирали, целые страны из-за малярии. Поэтому, пожалуйста, не надейтесь на вакцину, она может только помочь на физическом уровне. Потому малярия – это укус комаров. Это инфекционное заболевание. Инфекционное заболевание тяжело поддается лечению, потому что инфекцию очень тяжело вывести с нашего с вами организма. Представьте себе, если он еще слабый, вялый, либо воспален наоборот. Вот. Потому нужно знать, что очень большие осложнения дает малярия. Вот. И, как всегда, традиционно мы скажем, что интернет вам в помощь, пожалуйста, посмотрите, что западная медицина, как описывает малярию. На сегодняшний день мы должны сказать, что данная лекция актуальна. Почему? Потому что недавние исследования в России, мы возьмем Ростовскую область, уже наблюдается переселение, миграция комаров с африканских стран. Вот вам и ответ, что традиционно болезнь возникает инфекционная там, где люди не ждут. Помните, что может акупунктура? Акупунктура может не все, но многое. Первое, точки, которые мы считаем при малярии, они же являются точками, которые вырабатывают иммунитет внутри нас с вами против малярии. Вот и все. Элементарно просто. Почему? Потому что пережить это можно, малярию, но обычно из 100% переживает малярию около 20%. Остальные 80-90% летальный исход. Вот вы, уважаемые зрители, должны быть готовы к этому, чтобы с вами не случилось худо. И помните, мы вернемся сейчас, что малярия дает огромнейшие осложнения, заболевания крови, сердечной недостаточности, слабенькая печень становится, мозг и весь организм становится что? Уязвимым. И как бы вы ни укрепляли организм с помощью таблеток, вакцин, существует еще энергомир, который никто никогда не отменял. Вот и все. Диагностика 12 меридианов всегда нужна при малярии. Конечно, многие скажут, ну вот там укусил комар меня в Африке, я поехал, допустим, тур, поездку, там путешественника, вы тут про диагностику свою говорите. Но тем не менее, даже если вы не сделали диагностику, вы можете найти в себе точку ТР4 Янчи, потому что сейчас мобильные телефоны есть в каждом кармане, интернет-доступность в каждом кармане, пожалуйста, можете что? Кликнуть там, скажем так, провести пару раз пальцем на своем мониторе и увидеть помощь. Эта помощь будет существенной. Почему? Потому что мы уже говорили неоднократно, во время войны все средства хороши. А болезнь – это война внутри нашего с вами организма. Поэтому данная точка ТР4 Янчи вам в помощь. Данную точку нужно что? Расслаблять. Почему расслаблять? Потому что нужно отводить вот эту инфекцию, которая, либо та энергия, которая пришла и атакует, порабощает наш с вами мир. Но, конечно, после того, если вы переживете малярию, дай бог, и ваш организм, конечно же, будет что? Слабый, вялый. Диагностика 12 метанов покажет, в каком состоянии. Либо что за энергетику принесла малярия в наш с вами энергомир. Почему? Потому что неизвестно. Либо могут все 12 метанов воспалиться энергией и жить там. Мы ее можем с помощью таблеток заглушить, приглушить, притупить. Либо, наоборот, малярия истощила весь наш энергомир, которым мы не знаем, где взять эти... То есть, как бы, жизнь, потенциал на жизненный. Мы утеряли с помощью этой болезни, то нужно все 12 меридианов восстановить. Поэтому при воспаленности данная точка расслабляется, при слабости и вялости данная точка активизируется, тем самым вы боретесь с проявлением малярии и последствиями малярии. Спасибо за внимание.